Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя для автомобиля DL Nexe 2012 года выпуска А15 SMS. Рядный бензиновый, четырехцилиндровый атмосферный двигатель, объем 1,5 литра и 8 клапанов, мощность 80 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. Имеется видеозапись работы двигателя. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостых оборотах. Работа двигателя на высоких оборотах. Ошибок по двигателю нет. Пробег 39 456. Проверка выхлопа. Выхлоп чистый. Производим замер компрессии на горячем двигателе. Первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. 12 килограмм. Третий цилиндр. 11 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Замер компрессии окончен. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также на станции Лидово производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.